Это у нас кортик. Морской кортик. Жалко, конечно, утраченный. Он у нас чисто железо. Ну и здесь, конечно, рукоблуды уже алюминиевую проволоку накрутили. Но я с уверенностью могу сказать, что это морской кортик. Года, ну, года не особо-то старые. Вот, ну, прошу отписаться, если кто информацию имеет. Здесь вот имеется паз, который, возможно, на винтовку надевался. Вот, так что вот такой вот штык, нож морской. Ну ничего, ничего. Вот здесь вот очень большое обилие было вот этого железа, вот этого говна. Дом стоял с фунтамон. Вот сейчас я вам пуговку еще покажу. Видно, может быть, морячок. Может, из этой серии было. Так что классная находка. И сегодня уже не зря выехали. Пойдет. Продолжаем. Итак, ребята, насчет нашей находки я глубоко ошибался. Я вам сказал, что это морской кортик, но оказалось куда интересней. Это наш штык-нож 1895 года для унтер-офицерского состава к винтовке системы Манлихера образца 1895. Штык для унтер-офицерского состава отличается от штыка для рядового состава загнутым вперед концом крестовины и подвижной петлей для темплера на головке рукояти. Так что наша находка меня очень порадовала. Всем таких сигналов под катушку.